Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Уважаемые жители и гости Курской области, по прогнозу Курского гидрометцентра на территории Курской области 21 ноября ожидаются неблагоприятные метеоявления, осадки, местами сильные, порывы ветра до 20 метров в секунду. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, линий электропередач. Автомобили следует парковать вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять в неизменных местах. Если вы стали очевидцем происшествия, срочно звоните в единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.